Поступило сообщение. Соединяю. Капитан, это адмирал Хэкетт. Ваш пилот только что передал мне рапорт по делу майора Кайла. Мы послали команду, как вы и сказали. Последователи Кайла разбежались, сам майор сдался властям. Мы проследим, чтобы ему помогли. Честно говоря, Шепард, я думал, что все это закончится кровавой бойней. Не знаю, как вам это удалось, но вы спасли множество жизней. Внутреннее давление уравнивается. С атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Спецслужбам Альянса удалось найти и уничтожить опасную секту, которую возглавлял бывший офицер Альянса майор Кайл. Майор Кайл сдался и теперь лечится от серьезного посттравматического стрессового расстройства. Да, капитан. Мне пора. Да, капитан. Давайте посмотрим на ваши товары. Конечно.
С возвращением, житель Земли! С удовольствием! Да, человек. Тебе ж... О, думаю... Да, человек. О, да. Очень красиво. Природа и технологии объединены в одно целое. Кажется, Гроган, разгуливающий без дела, их сильно нервирует. Странно. Эта статуя доказывает, насколько хорошо протеане умели сочетать форму и содержание. Ретрансляторы были не только вершиной технического прогресса, но и источником вдохновения для создания великих шедевров. Не понимаю я такого искусства. Памятник Роганам и то получше. У меня дух захватывает от размеров этого места. Очень красиво. Природа и технологии объединены в одно целое. Жрать охота. Интересно, в этом пруду есть рыба? Скукота. Разбудите меня, когда все это закончится. Капитан? Капитан? Торговец? Капитан? Торговец? Кажется, Кроган, разгуливающий без дела, их сильно нервирует. Странно. На этой статуе Кроганы в прошлом. Гордая, смелая раса. Теперь мы просто наемники. Продаемся тому, кто больше заплатит. Вы очень отличаетесь от Кроганов, которых я встречала, Рекс. Буду считать это комплиментом. Некоторые хотят, чтобы памятник Кроганам снесли. Но я считаю, мы должны помнить свою историю, даже если это не очень приятные воспоминания. Если бы СБЦ не халявила, в убийцах вроде меня не было бы необходимости. Турианцы первыми предложили создать единую правоохранительную организацию на цитадели. Наверное, поэтому больше половины сотрудников СБЦ – турианцы.
каждый раз, когда я бываю на цитадели, СБЦ приглашает меня сюда для дружеской беседы. Вам известно, что в СБЦ работают представители многих рас? Это самое крупное агентство безопасности в пространстве цитадели. Если бы СБЦ не халявило, в убийцах вроде меня не было бы необходимости. Турианцы первыми предложили создать единую правоохранительную организацию на цитадели. Наверное, поэтому больше половины Рад вас видеть, капитан. Приветствую, капитан. Приветствую, капитан. Значит, вы почти всю нормальную жизнь потратили на изучение протеанского старья. Наши путешествия отличаются от раскопок, к которым я привыкла. Я бы хотела больше работать и слышать меньше взрывов. Я думаю, это неплохо. Хороший взрыв помогает не расслабляться. Вам известно, что в СБЦ... Когда видишь перед собой лучи жилых секторов, понимаешь, что цитадель — это настоящее чудо инженерной мысли протеан. Собственный стыковочный шлюз. Интересно, сколько Альянсу пришлось отстегнуть за это. Статуса. Капитан принял командование. Старший помощник Пресли вахту сдал.
Внутреннее давление ура. Сравнивается с атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Как у нас дома зимой? Металл никому не лизать. Все из-за какой-то чертовой Азари. Как у нас дома зимой? Я буду благодарна, если вы сделаете свое дело и улетите. Торговец предпочитает торговец хорош. Впервые вижу так много льда и снега. Будьте внимательны. Лучше помёрзнуть, чем погибнуть. Турианцы не любят холода, Шепард. Я уже говорил? Впервые вижу так много льда и снега. Капитан принял командование. Старший помощник Пресли вахту сдал.
внутреннее давление. Уравнивается с атмосферным. Изменение статуса. Капитан сошел на берег. Старший помощник Пресли вахту принял. Эти люди прилетели сюда в поисках лучшей жизни. И посмотрите, что случилось. Кустарные оборонительные сооружения. Дело рук неподготовленных штатских. Просто чудо, что они до сих пор стоят. Эти люди прилетели сюда в поисках лучшей жизни. И посмотрите, что случилось. А чем могу быть полезен? Конечно. Изменение статуса. Капитан принял командование. Старший помощник Пресли вахту сдал. Интересуетесь новинками? Как скажете, капитан. Thank you.
Интересуетесь новинками? Как скажете, капитан.